Красноярске в северо-западном районе появится новый пост наблюдения за уровнем загрязнения воздуха. Новый аппарат собран в максимальной комплектации. Он может определять 38 показателей загрязняющих веществ, в том числе 10 показателей ароматических углеводородов, которые являются источниками неприятного запаха. В настоящее время в Красноярске пригороде работает 5 постов мониторинга состояния окружающей среды. В планах создать еще 3 поста.